Здравствуйте, с вами интернет-магазин Кадо. И сегодня мы хотим разобраться, что лучше, ранцевый опрыскиватель или ручной. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, по вашему мнению, какой опрыскиватель лучше и для каких целей он подходит? Ну, во-первых, все зависит, соответственно, от площади обрабатываемой поверхности. Если у вас сад там 6-10 квадратных, вернее, 6-10 соток, да, то это, соответственно, вот такой вот ручной опрыскиватель. В данном случае это Мэри 5. Можно выбрать опрыскиватели там 10-12 литров, да. Этот на 5 литров, в частности, да? Да. Все зависит еще от того, например, вот есть женщина, да, они говорят, что нам вот там 12 литров тяжело таскать на себе. Вот. То можно выбрать, подобрать себе опрыскиватели 5, там, 6, 8 литров, да. То есть все зависит от удобства, да, и от веса опрыскивателя. Соответственно, там тяжелые опрыскиватели может на себе таскать там мужчина, либо там мужчина в расцвете сил, так сказать. Вот. Но здесь, как я вижу, даже вот в таком небольшом опрыскивателе, достаточно легком, все равно предусмотрено крепление для ремня. Ремень идет в комплекте. Да. То есть это можно носить на плече. То есть мы здесь носим на одном плече, площадь небольшая, соответственно, жидкость, которой мы обрабатываем наш сад, она небольшая. Если вам нужно обработать большие площади, да, это уже там 10, от 10 до там 30 соток, да, то уже нужно присмотреться уже к опрыскивателям с большим объемом, да, и, соответственно, этот опрыскиватель, вот этот, например, опрыскиватель Уника Демартино 16 литров, то есть здесь, соответственно, будет другой вес. В чем уникальность этого опрыскивателя? Да, даже название Уника, это совершенно новый опрыскиватель на рынке в России, вообще на европейском рынке. Здесь идет совершенно другой принцип работы, принцип накачки совершенно другой, чем у обычных либо ручных, либо ранцевых опрыскивателей. Если здесь, например, вот мы с помощью помпы нагнетаем воздух в колбу, да, соответственно, колба у нас должна обладать очень хорошими характеристиками, должен быть толстый пластик, который выдерживает давление. В данном случае вот эти все опрыскиватели, это на 3 бара идут. Но здесь все равно есть предохранительный, да, клапан. Который, если вы перекачали воздух, то клапан срабатывает. То есть это автоматическое срабатывание от давления. И он стравливает воздух, либо он как работает, как индикатор, как показатель того, да, что... Да, какое давление мы набрали. Да, если вы перекачали, он начнет стравливать, и вы это услышите. Здесь такой же принцип. Здесь тоже стоит клапан. Мы сейчас вот к этому все конструкции вернемся отдельно. И также он стравливает воздух, если мы перекачали. Но, как я понимаю, эта конструкция, она находится внутри. Да. В чем инновационность именно вот этой Уника, да? Они прям назвали Уника. То есть это уникальный инновационный продукт от компании Демартино, в том, что вот эта вот камера, во-первых, она, смотрите, какая маленькая, да, она находится внутри этого опрыскивателя. И именно в ней создается вот это вот давление. То есть мы накачиваем давление с помощью рычага, вот этого рычага, и мы создаем давление. То есть здесь можно создать давление от 2 до 6 бар. Если здесь максимум 3, то здесь от 2 до 6 бар. И это будет... То есть мы накачиваем комфортно. Вот этот вот насос, именно вот этот насос стоит здесь вот внутри. Этот насос накачивает воздух и накачивает, то есть он создает давление именно вот в этом камере, которая стоит внутри. То есть вот этот насос стоит вот в этом отсеке, который здесь у нас закрыт пластиковым черным кожухом. А вот это стоит именно вот в самой колбе. То есть здесь очень мощный, прочный, толстостенный пластик, который выдерживает давление до 6 бар. То есть мы здесь можем создать давление до 6 бар. То есть получается, что если здесь, когда мы накачали, да, уже создали давление, да, если мы опрыскали какой-то участок, и нам нужно, у нас осталась какая-то жидкость,
то мы здесь стравливаем давление. Да, стравливаем воздух. Воздух вот здесь. Да, и получаем, стравили воздух и получили доступ. Да, потом мы откручиваем, соответственно. Непосредственно к колбе, да, и можем... И потом наполняем. Еще раз, да, добавлять. Здесь, да, здесь совершенно другой принцип действия. Если у нас давление создается именно вот в этой камере, то нам стравливать воздух совершенно не нужно. То есть мы стравливаем воздух в том случае, то есть убираем давление, когда мы уже его, когда закончили с ним работать, тогда мы полностью стравливаем воздух и сливаем жидкость и убираем на хранение. Здесь же для того, чтобы добавить жидкость, нам вот сейчас здесь накачано максимальное, то есть здесь создано максимальное давление вот именно вот в этой колбе. А сейчас мы можем просто открыть. Здесь очень хорошо тем, что широкая горловина, то есть удобно наливать. Если здесь горловина здесь сколько, 10 сантиметров, то здесь горловина сколько, ну 15 сантиметров, наверное, да? То есть здесь большая горловина. То есть мы полностью открыли здесь внутри. То есть не стравливая давление, мы можем добавить жидкости для опрыскивания. Вот это одна из фишек этого. Чем отличаются ранцевые опрыскиватели, да, от такого вот ручного? В комплекте несколько фильтров. Три фильтра здесь идет. Фильтр грубой очистки. Грубой очистки. Внутри фильтр мелкой очистки, уже более тонкой очистки. Да, и в ручке. И дополнительный фильтр в ручке. Он вытаскивается для того, чтобы его можно было легко просто почистить. Да, их всех можно почистить. То есть мы спокойно добавили еще жидкости, да, закрыли. И у нас все продолжает работать, правильно? Да, и из-за того, что вот эта система, она необычная, инновационная, обращаться с ней намного проще. То есть, если здесь нужно прилагать достаточно усилий, чтобы создать давление, да, именно в камере, да, в колбе, да, то здесь это все создается давление с помощью вот этого насоса. Создается очень просто и легко. То есть здесь практически нет усилий, плюс из-за того, что идет вот такой большой рычаг. То есть здесь этим опрыскивателем ранцевым, да, уника, работать очень легко, просто, без напряжения. Плюс он очень комфортабельный с тем, что если вы возьмете, посмотрите опрыскиватели, те, которые есть на рынке, и посмотрите, как сделаны, например, ремни. Посмотрите, здесь ремни, они мягкие. Когда вы надеваете его, да, то есть он полностью повторяет очертания тела. То есть он сидит очень комфортно, вы можете весь день работать, да, и не чувствовать его. Плюс он одевается очень комфортно. Если обычно опрыскиватель нужно надеть один, потом вторую лямку, все это вот через руку, то здесь можно надеть одну лямку, а вторую лямку отстегнуть, а потом просто, когда вы надели, ее уже через низ ее пристегнуть. То есть одевается он намного комфортнее, чем обычный опрыскиватель. Далее у этого опрыскивателя идет специальный устойчивый шланг к температуре. То есть он морозоустойчивый и теплоустойчивый, то есть он не разрушается от высоких температур и не разрушается от низких температур. Но тем не менее производитель заявляет, что оптимальное условие эксплуатации вот данного опрыскивателя от 1 градуса плюс до, по-моему, плюс. Это плюс эксплуатация 40, самого опрыскивателя. Да. А шланг выдерживает давление до 10 атмосфер, поэтому у него есть еще большой запас. Да. И плюс обслуживать вы его можете очень легко. Здесь идет доступ ко всем внутренностям, да. Плюс идет гарантия 3 года на этот опрыскиватель и на эти все компоненты. Плюс, если у вас что-то случится, вы всегда можете докупить, да, какие-то там специальные запчасти, да, например, ту же колбу либо насос. Все это можно докупить у нас в интернет-магазине.
Ну, здесь хомуты, прокладки. Да, то есть идет, все идет в комплекте. То есть вы покупаете, например, этот насос, он полностью идет в комплекте со всеми хомутами и прокладками. Ну, то есть полностью обслуживание и замена запчастей, как машину купили, да, начали ее обслуживать. Любую машину нужно менять масло, нужно менять какие-то запчасти по мере износа. Также этот опрыскиватель мы покупаем, работаем с ним, все запчасти можно поменять, можно все запчасти купить у нас в магазине. То есть это одно из преимуществ фирмы Демартино. Сборка достаточно проста, да? То есть каждый справится со сборкой. Да. Сборка очень простая, предлагается инструкция в комплекте, плюс все и комплектующие, и сам опрыскиватель производится на предприятии в Италии. Так как мы снимаем это для YouTube, сразу же скажу всем скептикам, да, которые говорят, что в Европе нет производства, да, это все люди, которые просто в Европе никогда не были, никогда даже не слышали, как, что такое производство в Европе. Для справки, все производство Европы, вся промышленность, она сопоставима со всей промышленностью Китая. По производству даже больше. В Европе очень много производства, идут заводики, стоят в перемешку с частным сектором. То есть очень много производства. Мы покупаем эти опрыскиватели именно на заводе Демартино. И как заявляет производитель, что все комплектующие, все делается в Италии. Ну, вот даже у них есть знак на коробке Totality Italy. Это говорится о том, что полностью сделано в Италии. Что касается сборки, значит, прилагается такая инструкция, где красным цветом отмечены те детали, которые вы будете подсоединять. То есть вся последовательность действий здесь прописана с помощью легко читаемых вот таких вот значков, картинок. А последовательность описана полностью? Да, полностью вся последовательность описана. Что и как одеваются лямки, куда вставляются фильтры и так далее. Вот здесь же опять же указано, что за... сколько фильтров. Вот здесь три фильтра показано. Да. Ну и варианты, скажем, крепления штанги. То есть она может быть крепится горизонтально, может вертикально. Так еще можно, да, крепиться? Да. Да, вот так вот можно хранить штангу. Поэтому здесь тоже все доступно, все понятно. То есть этот опрыскиватель уникальный на рынке своим именно системой накачки, да, воздуха. То есть она необычная, да. И мы не сказали, что вот стоит клапан, стравливающий именно на камере. Да, на самом Камере давления. Мы сейчас его накачали максимум. И сейчас, если попробовать качнуть, да, мы услышим звук стравливания клапана. Вот он. Пошел звук стравливания клапана. То есть здесь уже где-то около 6 бар должно быть. Больше он не даст нам накачать. То есть такое давление не создается ни одним ранцевым опрыскивателем. А кстати говоря, еще здесь на ручке у нас имеется регулятор, да, давления. На ручке имеется 1, 2 и 3 бара, да, верно? Верно, так у них указано. Да. Так что покупайте опрыскиватели ранцевые в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.